Вот уже больше года прошло, как на Амурском ГМК методом автоклавного выщелачивания из упорных руд было получено первое золото. За время работы комбината успели появиться сотрудники, которые своим трудом смогли доказать, что являются лучшими из лучших. И вот в преддверии Дня металлурга руководство предприятия решили открыть доску почета. В начале торжественной церемонии к собравшимся обратился управляющий директор АГМК Виктор Никитанов. В первую очередь позвольте вас поздравить с нашим профессиональным праздником Дня металлурга. Ну и в преддверии нашего праздника мы сегодня с вами откроем и начнем, будем говорить, хорошую традицию ежегодную в честь праздника. Это доска почета. Коллектив Амурского ГМК сформировался сравнительно недавно, но в нем уже есть свои лидеры. Те люди, на которых можно ориентироваться, можно положиться. Они служат хорошим примером для остальных. А доска почета – это один из способов оценить достигнутые всем коллективом предприятия результаты. Сотрудника, удостоенного чести оказаться на доске почета, можно сравнить с маяком для всего остального коллектива и особенно для молодых коллег. Мы также подразумеваем и то обстоятельство, что студенты, проходящие сегодня практику на Амурском гидрометаллургическом комбинате, тоже получают уроки развития профессионалов. Это тоже немаловажно, когда молодое подрастающее поколение видит для себя перспективу. В принципе, это каждому человеку очень важно. Для всех сотрудников Амурского ГМК, которые были удостоены чести оказаться в этот день на доске почета предприятия, это событие оказалось приятной неожиданностью. Ведь, как они сказали, работая здесь, они даже не задумывались о каких-либо наградах, а просто добросовестно выполняли возложенные на них обязанности. Для меня это вообще неожиданность была. Даже не знал, просто вот так вот сказали, что... приехать на доску почета, сфотографироваться. Вот это была неожиданность. Стараемся как бы что-то новое внедрить на своем участке. Ну и на других бывает. Потому что работаем все в целом коллективом. Это замечательно, что есть такие люди, профессионалы своего дела, которые работают не ради наград и премий, а по той простой причине, что знают, насколько ответственно надо относиться к возложенным на себя обязанностям. Так пожелаем им успехов в их трудовой деятельности.